присоединили мы героиню эту. Ляля Зашир из Шира. Вот спелы, что ли. Ого, у меня какие-то другие. Гармоника и энергия. Рестор 30 хп, это таргет фрагмент 20 мана. Магическая энергия, Magical Megasu. Юнит падает. Ну это хорошая штука. Класс Сорсера Тирбю. Стармблейд плюс 3 урона в общем. Чем он тут? А молния, огонь, лед. От этого юнита шокирование происходит. Цели. Шокирование 8 ходов. И ослабление 40% против молнии. Ну это подкова. Сфера защиты, своя протекшн. Плюс 80% от физурона. Конечно, практически на шоте. Полководец. Все он. Юнит Янс. Плюс 80. На 2 тура. 20. Но вряд ли. Тут P5 хоть. Вот это. Звездные клинки. Star Blades. Ну на выбор есть. Но эти по одному разу можно. Ли то что-то. Well done. Fast healing такой резургенс. Но это только резургенс, только в случае победы. Это надо колдовать. Это чарджет порой плюс 1. Ну, мол, такое это. Ну, всем толпе. Диспл мэджа хороший. Дебафы убрать. Мэджик фист, да, какой-то удар. 21 дэмэдж. Ну, такое. Сорсера. Это магия плюс 10, нам надо, чтобы поднять, в два раза больше. Украсть заклинание, Steel Enchantment. Украсть зачарование. Ну толком так и ни разу не сперли. Ну может раз. Вот так все смогло, да. Ну так мы тут ходить по 6, а здесь 4 надо забрать. 65 мана, 115. А тут это. А, домой. А это. Трейдинг пост плюс 20. А тут армия, конечно, 65 под чарж какие-то. 17, 51 урон. Даже больше. Это сумасшедший. А, ну зато есть. Вот тут какая-то шокинка. Плюс 15 маны. Вообще тут плюс 20, а тут плюс 15. И еще плюс. О! Дойдем. И плюс побережье. Значит, нам надо. У нас Dense Vegetation. Ну. Terrain.
местность полезна. Это любимая штука. Зерен Хэппи в пустыне. А Хэппи вот тут. Ну, сюда видел. Баранс, трохи. Ну, трохи, да, баранс. Да. Это все болото. Ветланс. Next.